кредит под 2% предприятиям, пострадавшим во время пандемии, и поступление денег в городскую казну. Эти и другие вопросы обсудил мэр Магадана Юрий Гришан с депутатом Государственной Думы Оксаной Бондарь. Главной темой стала программа антикризисных мер правительства Российской Федерации. В ходе официальной встречи выяснилось, что меры поддержки предпринимателей, которые активно используют во всей стране, в Магадане не очень востребованы. По словам Оксаны Бондарь, к такой ситуации могло привести отсутствие осведомленности населения. Мы приняли в законе Российской Федерации такую меру поддержки, как 2% кредит для тех предприятий, которые внесены в перечень пострадавших предприятий. Речь идет о том, что эти предприятия могут заявиться на 2% кредит, и в случае сохранения занятости, 80% занятости своих сотрудников, через год они могут получить полную компенсацию этого кредита вместе с процентами от государства. И эти кредиты, они выдаются на заработную плату с учетом северных коэффициентов. Также на встрече говорили об объектах, которые возводят в городе в рамках государственных и национальных программ. В целях поддержки планов социального развития центров экономического роста региональному бюджету Колымы дополнительно выделено 138 миллионов рублей. Из них 44 миллиона на строительство плавательного бассейна в поселке Ола и комплекса с плавательным бассейном в Магадане. Остальные 94 миллиона рублей направлены на строительство водоснабжения и водоотведения трех объектов – спорткомплекса «Президентский», «Фока» с плавательным бассейном и родильного дома в Магадане.